Красненькое пошло, да? Все, да. Все, мастер-класс по обрезке гортензий. Special for you, ребят, для ребят из питомника Глуховых, Максим и Эльнор. Короче, что я делаю с такого типа гортензиями? Я выбираю остов, ну, например, вот здесь очень логично брать. Это вот первый побег, второй побег, третий, четвертый, пятый, вот этот. А все остальное такое малопродуктивное я начинаю вырезать. Вот. Сначала я работаю, делаю санитарку, то есть удаляю все вот так пеньки, малопродуктивные веточки, вот такие тоненькие. Вот это зачищаю. Потом я действую по методу, как это, Роман Петрович Кудрявец. Все, что пересекается, пересекающееся, перетирающееся, я тоже удаляю. Вот так я удалю. Вот здесь я эту тоже удалю. Потом я удаляю что? Здесь я почищу вот таким образом. Здесь вот это я уберу. Потом даже вот такую толстую ветку я уберу. Сейчас так. Вот это я оставлю. Вот эту тоненькую посмотрим. Нет, убираем. Так. Потом так. Так, и дальше я смотрю здесь. Мы все, в принципе, основное оставили. Единственное, что мне вот это не нравится, мы ее сейчас тоже вот так чикнем. Так. Вот убрали. Вот у нас основной такой костяк сейчас сложился. Вот, и что мы делаем? Мы начинаем формировать. Сейчас убираем вот столько ярусов, сколько оставляем. И немножко работаем еще с ярусностью, чтобы у нас такая, не на одном уровне все эти веточки были. То есть такой формируем чуть-чуть фантазийную форму, но при этом она будет такая сбалансированная у нас достаточно. Так, берем так, вот это мы сделаем так. Вот здесь я малопродуктивно не убрал, сейчас мы это уберем так. Потом смотрим здесь чуть-чуть сделаем так. А вот это мы, чтобы она не выбивалась сильно, мы ее даже вот так чуть побольше подзарежем. И вот эту чуть побольше подзарежем. Дальше мы делаем так. Это мы чуть подменьше, поменьше сделаем. Так, 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 так. И вот, пожалуйста, вот это готовая форма для контейнеризации и для, чтобы в будущем получился готовый продукт C110. То есть именно вот эта форма для C110, готовый продукт уже будет C110. Ну как, Максим, что скажешь? Отлично. Интересная отлично. Форма? Да, да. Все. Пожалуйста, обращайтесь. Мастер топиарного искусства и искусства обрезки гортензии Вячеслав Бушуев.